казахская народная сказка «Сорока». Говорят, однажды у сороки от ее чрезмерной болтливости распух язык. До того дело дошло, что она уже есть не могла. Вот беда, что же делать теперь? Пожаловал сорока журавлю. Вылечи мне язык, журавушка, ведь не зря говорят, что ты всякую болезнь излечить можешь. Сделай снадобье из целебных трав. Нет у меня травы от твоей болезни, отвечает журавль. Не могу я тебе помочь. Ах, вот как, не желаешь мне помочь, рассердилась сорока. Тогда не обижайся, я ославлю тебя на весь лес. Она кое-как выговорила это и отправилась к кабану. Стала жаловаться, а кабан ей говорит. Ах, тебе помощь понадобилась. Ну иди сюда, я тебе язык укорочу, а то он у тебя слишком длинный. Тебе полегчает, и нам всем спокойнее будет. Сорока замолчала, и вскоре весь лес знал, что у нее язык отнялся, а потом она уже и говорить разучилась. Теперь тебе никто не поможет, успокаивал ее старый Филипп. На себя надейся. Почему? Едва выговорила сорока. Потому что язык надо было придерживать свое время. Так сорока совсем лишилась дара речи, и до сей поры только что непонятно трещит на весь.